Привет! Сегодня приготовим очень простой кекс зебра. Просеиваем 2 стакана муки. Всыпаем пол чайной ложки соды и щепотку соли. Смешиваем. 100 грамм мягкого сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара. Перемешиваем миксером 1 минуту. Затем по одному добавляем 3 яйца, не прекращая взбивать. Смесь должна получиться однородной и воздушной. Берем 300 грамм хорошей сметаны, жирностью не меньше 20%. Я использую сметану торговой марки «Волошковы Полы». Перемешиваем до однородности. Всыпаем муку. Перемешиваем. В отдельную миску всыпаем 2 столовые ложки какао и переливаем половину теста. Перемешиваем. Тесто выливаем поочередно. Белый слой, шоколадный слой и так далее. У меня силиконовая форма, ее не надо ничем смазывать, но если у вас керамическая или металлическая форма, смажьте ее растительным маслом. Выпекаем 50 минут при 180 градусах. Как видите, ничего сложного. Мы используем доступные ингредиенты и при минимальных усилиях получаем отличный кекс к чаю или кофе. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой кулинарный канал TasteVid и до скорых встреч!